Блин, где он там? Он обратил внимание. Люди, вот мы записываем новое видео. Ой, он на нас обернулся там. Ну-ка. Алин, здоровайся. Нет, не надо. Ладно. Ну-ка, давай. Итак, всем здорово! Извините меня, я одевал штаны. Ну, понятно. Начинаем. Мы уже как бы давно... Нет! Вот это. Дедушка! Дед! Извините, но у нас почему-то сегодня одни деды идут. Она и бабки. Так, тут хорошо. Сейчас мы подождем всех и будем дальше. На улице сегодня мороз. Ё, как я замерз, а? А я нет. А я да. Мне очень жарко. Ну, потому что мы тут в футболках, а ты в кофте. Догоняем. Нет, да? Господи, нет. Алинка. Так, вон как тетка идет, но она не сюда она идет. Она бежит. Кто, тетка? Да. Как это? Дядька. Тихо. Итак, сейчас у нас идет дяденька. Где он? Чапчик. Он идет. Дядь! Вот наша звезда Ютуба из вчера, из того видео. Дядь! Вот она. Вот она. Вот она. Ой, господи. Мы еще продолжаем, да? Да, как бы еще. Ну-ка, Алин. Не надо. Ну, скажи, в общем-то, Алинка, не... Алинка у нас чуть-чуть стесняется. Я не буду. Пока нет, что подождем и поговорим о другом. Как мы из вчерашнего... Она твой низкий! Нужен этот диск? Конечно. Так, я его из того видео в окно не выкинул, я его сейчас выкину. Так, я это запиксю. Или как там? Ты включал? Ты снимается? Да. Вот наша звезда прошлого видео. Да, вот она. Она, правда, тупенькая немножечко, но нормально. Да. Для Ютуба сойдет. Ты сейчас снимаешь или на паузу? Да. Стоит. Ну и тут... Так, я пока поставлю на паузу, так что подождите. Не выходи. Так, мы вернулись. Мы вернулись, да. Да, мы вернулись. И, по-моему, тут идет какой-то детка. Отвлекли мы трансляцию. А мы не можем сейчас. Надо либо с компа, либо вообще как-то. Либо вообще сейчас нужно... Люди, а давайте сейчас, короче, в Перископе будем прямую трансляцию вести. А как-то? Ну, там, короче, по Wi-Fi можно, там, короче... А у тебя можно телефон? Да, у меня есть Перископ. Давай. Давайте прямую трансляцию, давайте. Там дядя, что ты включай так. Быстрее. Я включил. Прямую трансляцию? Нет. Давай сейчас видео для Ютуба снимем. Вот последний дядька. Последний наш человечек. Два человека. Ну да. Последняя у нас, короче, пара. Тетя-дядя! Ты такой тетя-дядя. Ладно, в общем-то, это был розыгрыш. Это еще не все. У нас еще впереди многого. Это я вам говорю, Чапа. А вот моя собака. Все, ну Чапчик. Тетенька, подожди! А перескок? Это пока не перескок. В общем-то, у нас съемки пока идут. Так, пока что нет. Ну, в общем-то, сейчас последний человек у нас всё. Включай перескок. Сейчас, Миша. Нет. Ладно, в общем-то, всем пока. Всем пока.